Лера Дьяченко с 4 лет решает математические задачи в уме. В свои 8 лет юная чемпионка покорила сердца жюри на площадках проведения 8 интеллектуальных соревнований в разных уголках мира. Самая последняя награда – из Москвы. Валерия стала лучшей в своей категории на международной олимпиаде по ментальной арифметике. Я все время считаю, поэтому добиваюсь таких успехов. Я хочу стать хорошо, чтобы считать. Я хочу стать звездой. Я чувствую радость, что я такая молодец, что я не зря столько считала. Радость чувствуют и родители Леры. Именно они заметили интерес ребенка к точным наукам. Раскрыть потенциал девочки помогли педагоги Центра интеллектуального развития. Здесь Валерия узнала, что за зверь такой счеты Абакус. Главный инструмент методики тренирует мелкую моторику рук. У ребенка развивается логическое мышление. Это помогает и в повседневной жизни. Ну, она вообще отличница, поэтому как бы у нас проблем ни с какими предметами нету. По математике, да, все хорошо, там, считай, сейчас второй класс, они изучают таблицу умножения, начали, но для нас это уже как бы пройденный этап, поэтому и считает она, ей именно проще в школе учиться. Коллеги по интеллектуальному цеху стараются не отставать от Леры. На Олимпиаду в столицу с ней ездили еще 24 воспитанника центра. Часть присоединилась к соревнованиям в онлайн-формате. Заслуженные награды ребятишки получили в областной столице. Я очень рада, что у тебя получилось ездить на соревнования и так хорошо посчитать. Ты молодец. Хорошо считать учат детей от 3 лет. Для их обучения есть звуковая версия Абакус. Чудеса ментальной арифметики, доступные для детей с ограниченными возможностями здоровья. На уроках они забывают о своем недуге, полностью погружаются в процесс, что в дальнейшем дарит им возможность наравне со всеми участвовать и побеждать в соревнованиях. Мне очень нравится, что любовь к ментальной арифметике у детей возникает буквально с пробного занятия. Как только ребенок знакомится со счетами, он сразу проявляет свой интерес в дальнейших действиях. А на Абакусе можно сделать много разных арифметических действий, поэтому от самых простых примеров до сложных умножения, деления, возведения, квадратный корень, кубические, извлечения, дроби, отрицательные числа. То есть все арифметические действия можно выполнять с помощью такого простого, казалось бы, прибора, как Абакус. В конце курса ребенок может с легкостью жонглировать в уме многозначными числами, складывать, вычитать, делить, умножать буквально за секунды. Преподаватели утверждают, что это лишь побочный эффект от занятий. Быстрый устный счет – это не самоцель ментальной арифметики. По ходу дети очень серьезно развивают все виды памяти, логику, мышление и, что самое важное, воображение. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.